Выход 9-го фильма «Форсаж» отложили на год. В настоящее время причины смещения сроков выхода ленты не уточняются. Компания Universal Pictures перенесла премьеру фильма «Форсаж 9» с апреля 2019 на апрель 2020, в связи с чем выход картины отложен на год, пока не сообщается, передает Forbes. В то же время издание отмечает, что трехлетний перерыв между выходами сиквелов – это нормальный срок. Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера. Известно, что «Форсаж 8» появился на широком экране весной этого года. Сборы от проката картины превысили 1,2 миллиарда. Ранее корреспондент Net сообщал, что лента «Форсаж 8» поставила рекорд по сборам в первый уикенд. По материалам сайта Newsgroup.com.